Во-первых, хотелось бы поздравить всех с великим праздником Святой Троицы. Это наш праздник, касающийся каждого православного христианина. Это событие, день рождения Церкви. И, конечно, в этот день мы особенно чувствуется именно вот остро вот это единение. Само богослужение настраивает нас на такой лад. Коленопреклонные молитвы, когда мы и спрашиваем благодати Святого Духа. Когда на всеночном день мы вдруг больше после перерыва начинаем петь молитву Святому Духу, призываем благодать Святого Духа. Конечно, это все настраивает нас уже на определенный лад. И здесь, в этой обители, уже традиционно праздник Святой Троицы, люди съезжаются со всех, я не побоюсь сказать, да, со многих уголков нашей области, как и епархии, как и митрополии. Потому что монастырь, он, конечно, на слуху, несмотря на то, что он довольно-таки очень трудно восстанавливается и находится еще в стадии таком устроения, как и внутреннем, так и внешнем. Вот. Есть многие причины, но многие именно паломники, прихожане любят это место, любят этот монастырь, любят здесь приехать, помолиться, и просто помолиться, побывать здесь, помочь братьям на послушаниях, сходить именно по местам таким достопримечательным, именно к дубам многовековым, в пещеру меловую. Это уже становится такой доброй традицией стало. И очень радостно, что именно благодаря вот помощи многих людей сегодня совершился праздник, и всегда у нас совершаются такие праздники, потому что сами прихожане приезжают и участвуют в устроении этого события. Вот. Как и в устроении богослужения, это хор из храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, с которым у нас уже давние и очень такие тесные отношения сложились. Вот. Как и прихожане из Камышина, Сейлова, из Волгограда, вот с Урюпинска стали чаще приезжать люди. Поэтому все это, естественно, уже настраивает нас на особенный лад. В чем заключается смысл этого лада? Да? Мы уже видим знакомые лица, мы знаем этих людей, мы общаемся с ними, да? мы как-то с ними сотрудничаем, просто зовем, просто приглашаем. Очень радостно, что сегодня именно в большом числе участвовали казаки, именно из села Ольховка, местные казаки, так их можно назвать. По окончании богослужения они, слава Богу, мне это очень радует, какое-то внутреннее изменение у них происходит. Они уже не стремятся во что бы то ни стало в этот день провести какой-то праздник. Именно праздник, посвященный Святой Троице. Хотя эти праздники проходят во время богослужения, да, они старались ранее проводить. Сегодня же, я смотрю, они дождались окончания богослужения, попросили благословить их на проведение вот таких казачьих здесь гуляний около территории монастыря. И вот атаман Ольховской станицы именно сам руководил этим действом, сказал: я здесь уже несколько дней бываю с раннего утра, устраиваю вот эту помощь в устроении праздника. Поэтому это меня, конечно, радует. Вот такое единение. Естественно, как я уже сказал, что огорчает то, что монастырь пока еще не устроен как надо, как бы ему подобает быть. Трудности как и внутреннего, так и внешнего характера, и с устроением такого братья. Но
так я, обращаясь сегодня к прихожанам, сказал, что именно вот такое трудное установление, оно и способствует тому, что именно монастырь более крепче становится на ноги. Вот что меня радует. Что это не какое-то спонтанное, а все-таки люди отбираются через такие вот, ну, какие-то вот препятствия, да, приходит в монастырь с трудом, именно непросто, несмотря на сегодняшнее такое время, когда человеку предлагается совсем другое, не монастырский, далеко не монастырский образ жизни. Люди откликаются, едут, и я смотрю, что все-таки есть желание, именно стремление у кого-то, не так много, как бы хотелось, но все-таки есть, посвятить себя монашеской жизни. Вот для чего это устраивается, да? Чтобы именно как можно больше вот такая мысль зарождалась у наших прихожан. Ведь что такое монастырь, да? Монастырь – это форпост именно нашей церкви, да? Монахи – это передовой отряд, можно сказать так, которые, ну, прежде всего призваны противостоять именно не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, ну, чем они должны и заниматься. Вот. И я хотел бы пожелать дальнейшее все-таки устроение этой обители, несмотря на многие трудности, несмотря на многие проблемы, чтобы монастырь устраивался именно и все здесь складывалось к лучшему.